решение о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреи. The reason why people have an opposition to Jewish power is not because they're Jews. It's because, and that's what they try to say, it's because of what they, many of them do, their leaders do. They, my latest book is The Secret Behind Communism. You can get that through my website, davidduke.com. We mail it around the world, by the way. And in this, I spent a lot of time in the archives and studying in Russia and doing research on the Russian Revolution. The Russian Revolution is not the Russian Revolution. It wasn't about Russians. It wasn't done by Russians. It was financed, it was entirely led by Jews in the beginning. Even Lenin was part Jewish. Trotsky was the first head of the Red Army, who was Bronstein. Zinoviev, Kamenev. From Brooklyn. Yeah, that's right. and the chief financier of the Russian Revolution was Jacob Schiff of New York, international banker. Now again, that shows you the tribal aspect of this. Now, the theory is, I mean, a communist is certainly the opposite, quote, the opposite of a capitalist. So why in the world would one of the richest bankers in the world support a Bolshevik revolution, which is supposed to take away all private property, right, and nationalize all industry? Why would the richest banker in the world do this? And the answer to that question, of course, is that he was a Jewish patriot who was also a Zionist, by the way, and he hated Russia because they saw the Russian Tsar as an anti-Semite. Well, the reason why the Russian Tsar to them was anti-Semitic, because he was a Russian patriot. And he saw the exploitation of Russia by these international banksters. Разве в Советском Союзе были выборы? Но ведь это было однопартийное государство. Да, но это не означало, что вы не могли голосовать. И в СССР было много выборов, открытых для широкой советской публики. Характер выборов менялся в течение десятилетий, вследствие чего мы сосредоточимся на тех годах, когда Советским Союзом управлял Иосиф Сталин, поскольку на самом деле он не тот, кого бы вы ассоциировали с демократией, и поэтому граждане СССР выбирали представителей в Верховный Совет, законодательный орган правительства, и эти выборы проводились каждые 4 года. И процесс этих выборов был довольно простым для граждан. Когда наступал день голосования, они приходили на свой местный избирательный участок и получали свой избирательный бюллетень, в котором был бы только один кандидат. Так что большинству людей тот факт, что они могли выбрать только одного коммуниста, кандидата, одобренного партией, казался не очень демократичным. Thank you.
1917 году в России происходит еврейский переворот. Именно так нужно понимать и называть Великую Октябрьскую революцию, чему нас учили учебники истории. На самом деле это был чисто еврейский переворот на деньги швейцарских банков, американцев. И после этого ни разу, ни одной минуты, скажем так, буквально уже сотню лет, власть в России не была в русских руках. Ельцин, сказали вы однажды, это моя ошибка. Без вас Ельцин не мог появиться в Москве, без вас Ельцин не мог стать Ельциным, без вас он не мог стать президентом России. То есть вы своими руками привели человека, который, в общем-то, так поступил. Это действительно ваша ошибка? Вы сожалеете о том, что его выпистывали? Да, я думаю, что это была ошибка. И она усугубилась тем, что когда я увидел и понял, что на него уже положиться нельзя, его надо было отправить. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иоанна. Иоанн родил Иуду и братьев его, Фареса и Зару, от Фамира. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Аникадава. Аникадава родил Насон. Насон родил Салмон. Салмон родил Воза от Рахимы. Ленин, еврей по матери. Девичья фамилия его матери, Бланк. Джугашвили. Любой грузинский националист скажет, что Джугашвили переводится как сын еврея. С разных языков, допустим, латынь, итальянский язык, джудиус, джудас означает еврей. Если взять Франклина Делано Рузвельта, Сесила Ротса, Энгельса, Невилла Чемберлена, все они, Троцкий, Сталин, Маркс, Эдгар Гувер, все они, как видим, состоят в ложах, в Великом Восточном Масонском Ордене, к примеру. Ленин, Великий Восточный Орден. Злые языки утверждают, что вы масон. Вот так ли это? Я не вижу в этом ничего страшного, но, естественно, нет. И очень понятно, почему. У меня есть очень скверная черта. Я не люблю терять независимость. А масонская система держится на том, что ты платишь возможность, приобретение возможностей за потерю независимости. Хрущев, вы помните, был Хрущев? Такого небольшого родственника крепыш. Его еще назвали в народе кукурузником. Так вот, его настоящая фамилия – Перлмутер. А Будённый и Никита обожали инкогнито кукурузную мацу, ламца трица и трицу, еврей, еврей, кругом одни еврей. А после у нас Брежнев, да? Брежнев. Его настоящая фамилия – Ганопольский, жена у него – Гольберг. Лёня Брежнев, слава Богу, тоже бегал у синагогу. Еврей, еврей, кругом одни евреи. А потом у нас интересная фигура Андропов, который был во главе КГБ, а потом какое-то время и возглавлял Советский Союз. Ну, Андропов, как мы сами знаем, это криптоеврей, который скрывал это, да, всю свою жизнь. Так вот, его настоящая фамилия – Финкенштейн. Андропов был вообще масоном. Ну да, ну ты послушай, о чем идет речь.
Я просто продаю за то, что купил. Она вообще-то версия как бы интересна, что инсталлировался он в масонскую ложу еще, когда работал в Карелии, руку к этому приложил тот же самый Отто Вильгельмович Кусинин. Причем шведские масонские ложи – это ложи такого довольно строгого обряда. Он был посвящен в одну из масонских лож. И вот в рамках этой масонской ложи у него были неофициальные контакты с целым рядом довольно крупных представителей бизнеса и политической элиты западных стран. И вот в рамках как бы этих контактов между вот этой группой, условно говоря, наших и не наших, возник договорняк. Смысл этого договорняка стоял такой, что мы отказываемся от советского проекта как такового. То есть внешне мы сохраняем все атрибуты, а по сути мы отказываемся от идей мировой революции, от жесткого противостояния с Западом. Мы как бы берем на вооружение идеи конвергенции, то есть самые лучшие из двух систем, и вот трансформируемся мягко и т.д. и т.п. И снимаем вот те острые противоречия, которые существовали вот на протяжении всех этих десятилетий. И вот в рамках как бы этой трансформации надо было проводить соответствующую политику, проводить соответствующую перетряску кадров, ну и так далее, и так далее. В рамках вот этой договоренности небезызвестный семинар «Змеиная горка», которую курировал не кто-нибудь, а Калугин, человек довольно близкий в те годы к Андропову, который был первым заместителем председателя Ленинградского КГБ. А семинар «Змеиная горка» известен, да? Кто это? Мне совершенно неизвестно. Ну, кто? Чубайс, Гайдар, Авин, ну и так далее. Которые собирались вот на эти свои посиделки и обсуждали, так сказать, как они будут трансформировать нежизнеспособную советскую экономику в экономику рыночного типа и ее, что называется, подкладывать под общий европейский, общий мировой процесс конвергенции. Вот. Ну, а существование этих групп, причем они были не только в Ленинграде, и в Москве, и в Новосибирске. Три группы вообще работали в этом направлении. Это все вот как раз есть, ну, условно говоря, задумки не кого-нибудь, а именно Андропова. Тоже махровый еврей. Он сажает на наш престол Гайдара, всем известного как Михаил Горбачев. Ну, теперь уже все его однозначно заклеймили иудышкой, потому что понимают. Кстати, недавно он праздновал 80 лет в Альберт-Холле в Англии и удивлялся, кто это ему накрывает такие могучие столы, кто там отмечает его 80 лет. Да именно те, кому он сдал Россию. После Гайдара, о, кстати, интересная там фигура намечается, Ельцин. Казалось бы, пил по-русски, да? Вроде такой русский мужик на самом деле. Он племянник того Ельцина, Боруха Ельцина, который в 18 году возглавлял Екатеринбургский губком партии большевиков. Именно в том как раз году и расстреляли царскую семью в Ипатьевском доме. Так вот, Ельцин – это племянник того Ельцина. Кстати, жена его тоже еврейка, это стопроцентная еврейская семья. Она, жена Наины Иосифовны, состоит через Якова Свердлова в родстве с Борисом Немцовым. Ну, в общем, понятно, почему когда-то был Немцов министром, по-моему, да, во главе правительства, премьером правительства был. Ну, а уж Медведев – это знатный потомок довольно известных банкиров Менделей, тоже евреев, конечно, и настоящий его фамилия и отчество – это Мендель Давид Аронович. Вот так вот, начиная с 17 года, ни минуты власть не переходила к русским в России. А при этом русских в России 80%, это примерно 120 миллионов. Это титульная нация. Титульная нация, государствообразующая.